Неоспоримое доказательство. Нет, Энтони, я в такое везение не верю. Говорю вам, каждый может стать звездой колледжа. Особенно, если подружиться с Кагиваги, как Сандра в моем видео. Монстр бреется. Чуть не оглохла. Популярность нам не светит. Приветствую, зрители! Эта тройка избранных поучаствует в шоу «Грязи и князи». Назад, парень. От судьбы не убежишь. Странная мода на телевидении. Ну что, ребята, вы готовы? Поехали! Надеюсь, вы еще не успели переключиться, ведь крутейший конкурс уже набирает обороты. Пора припудрить носик. Не смей щекотать лицо канала. Объясню правила игры. Участники выберут луки, которые нужно собрать в течение шоу. После выполнения задания над ребятами загорятся их оценки. Долой несправедливую систему! Настало время бунтарю узнать его будущий образ. Почему сразу я? Ладно, держите за меня кулачки. Крути барабан. Ну, поздно уже молиться. Была не была. Не прошло и полгода. Давай, удача, не подведи. Все ботаники думают, что эфирное время резиновое. Намекните мне конец. Ура! Я отхватил себе самый шикарный образ. Поздравляем Энтони в ранге олигарха. Разрешите мне попытать счастье. Только не нищий, пожалуйста. Все равно в чувстве стиля я непобедима. Вау, Джейн, готовься сиять. Наконец пополню ряды богачей. Юху! Магия телевидения в деле. Зовите меня элегантность. Действительно волшебное перевоплощение. Как для простолюдинов. Эй, твоя очередь пережить модный приговор. Дорогу последнему герою. Лучше поздно, чем никогда. Неужели будет два богатых лука? Колесо фортуны сегодня безжалостно. Я надеялся. Страшно подумать, откуда эти тряпки. Есть у меня пара догадок. Запах свежей помойки. Да начнется же наше шоу. Тащи сюда реквизит. Скорее, участники, денежки ждут. Несколько золотых монет, 1000 хрустящих долларов. Когда уже главный приз? И, естественно, 1 000 000 зеленых для Энтони. Простите, дамочка, ваша передача кое-что напутала. Умник объявился. Ты прав. Для бедного образа тебе больше пригодится это. Развлекайся. О-оу. Отныне запомню, что с телезвездами спорить не стоит. Еще и весь в пыли. Да что я могу купить за 1 несчастный доллар? Вязался на свою голову. Кажется, задание нарисовалось. Да, статус неудачника мне гарантирован. Кыш, передовые технологии. Нечего висеть над душой. А что, мешают концентрироваться. Вкуснотища. Гардеробная? Рай для девчонки. Ого, зацените-ка пляжную комнатку. Внимание, игроки. Полегче, ассистент. Конкурс летних луков в самом разгаре. Шевелите своими купюрами, стиляги. Пропустите, бедняки, у меня ценный груз. Не переключайтесь. Поступлю как цивилизованный миллионер. Закажу онлайн самые элитные очки. Посмотрим, что они могут предложить. Выбор, конечно, так себе. Следующие. Нет, недостаточно роскоши. Во имя биткоина откуда столько грохота? Ах да, местные нищие паникуют. Вау, как раз то, что я искал. Идеально отобразят мою личность и обеспечат мне победу в задании. Турбодоставка. Начинаю привыкать быть толстосумом. Трумакрыл вылетел на родную планету. Чем бы сразить зрителей? Могу позволить себе качество получше. Выбираем дальше. Ты, конечно, милая, но я намерена стать изюминкой программы. Погодите-ка, прямо готовый образ. Иди к мамочке. Вместе устроим летнюю тусовку в Инстаграме. Не скупитесь на лайки, дорогие подписчики. Спасибо за отпадные селфи, мой пластиковый друг. Не верю своим глазам. Это настоящее совершенство. Ух ты, жемчужина среди безделушек. Чувствую себя на 1 000 000. Отличная возможность закупиться, пока не набежали буржуи. Даже овощи наверняка с ГМО. И ты, попкорн, не вписываясь в бюджет. О, немного поспешил с выводами. Совпадение? Не думаю. Тише воды, ниже травы. Будем считать приемлемый улов за свою цену. Здрасте. Попрошайничаешь? У Алана ирокез. Опля. Чего? Значит, показалось. Кража на ровном месте. Майор Соуселла в здании. Селфи с манекеном – новая фишка в сети. Отвлекись от себя ради этого шедевра. Такое давно не в тренде. Ой, не могу разобрать, на фото среди безвкусицы точно ты?
Отпусти, нахал. Я была здесь раньше тебя. Но я первый схватил футболку. Король потасовок спешит на помощь. Понятно. Не буду вмешиваться. Забудь о ней, Джейн. Ради своего же блага. Белый тебе не к лицу. Отцепись, магнат. Я ковер-самолет не заказывала. Людям с меньшим достатком надо помогать. Ауч. Прекрасно. Не доставайся же ты никому. Этим только полы мыть. Зря ты встала между богачом и модой, так и знай. Утихомирились в конце концов. О-ля-ля, какая находка. Осталось выдумать эксклюзивный дизайн. А я сегодня в ударе. Пуговица номер один на месте. Липни понадежнее. Хорошо, что ассистент оставил леденцы без присмотра. Больше студентов на шоу не приглашу. А-а-а! Зачем так подкрадываться? Хвастаюсь снарядом. Зрители засмеют. Кризис! Чуть не сорвался следующий эфир. Могу сказать лишь одно. Я был настроен решительно и делал даже невозможное, чтобы победить зажиточных конкурентов. Упс, на родину. Видите, у вас ноль шансов, бродяги. Пора узнать, как продвигается подборка луков. Нет ли у них жесткой конкуренции и чего нам ожидать дальше? Но часики тикают. Времени осталось совсем мало. Поторопитесь, дорогие игроки. Я вырву победу. Заблудились, молодой человек? Страсти в грязи и князи накаляются. Горы бесполезной одежды вокруг. Ничто не в состоянии подчеркнуть меня как индивида-миллионера. Я близок к отчаянию. Но что это за подарок судьбы цвета золотистого заката? Моя прелесть! Никогда не забуду то невероятное свечение. Я был ослеплен жаждой золота. Поверьте, комната сияла достатком и пахла триумфом. Эй, малыш, может, подаришь? Мне для телека, клянусь. Очень надо. Не прокатит, тетя. Ладно, поступим иначе. Как насчет сотни? Удвоить? Выбора нет. Держи. С вами приятно иметь дело. Наслаждайтесь своей покупкой. Чувствую, я начинаю входить во вкус. Вообще, это было совсем несложно. Новая добыча. Только испортил мне настроение, цветок жизни. Я тебе покажу, на что способна. Изысканная обстановка. И аварийное приземление. Гадость. Скрипит между зубов. Фу, ужин не из лучших. Если только... А почему бы не попробовать? Мастер на все руки взялся за новую поделку. Поддавайся, зелень. Подвинься, пол. Так и в космос выйти можно. Эу, кто выключил свет? Я боюсь темноты. Воздух свободы. А мне сегодня везет на идеи. За дело. В жаркие летние деньки нам пригодится легкая панамка. Рисуем маркером два круга разных размеров и аккуратно вырезаем их ножницами. Целый день работаю в поте лица. Наклеиваем малярный скотч на бумагу изнутри, чтобы наше творение держало форму. Вот и все. Головной убор для защиты от солнца готов. Быстрый тут ребенок, однако. Пора забыть про обиды и приступать к шопингу. И как я раньше тебя не заметила? Апчхи! Блестящий насморк. Ого, классная шляпа. Хит сезона. А если сделать и одежду серебристой? Кажется, я придумала чудесный способ. Выручай перо золотой куропатки. Апчхи! Апчхи! Не поняла, где долгожданный танец серебряных искр? Избыток богатства сводит с ума. Я уже устала чихать. Давай. А тем временем и я могу заняться хендмейдом. С чего бы начать? Сделать сомбреро из купюр? Не-а. Кепку с алмазами? Непрактично. Но у меня уже есть готовый материал. Панаме быть. Вот наше шоу и подходит к концу. Пора аннулировать время участников на подбор луков. Встречайте, Джейн! Видимо, сегодня девочка с тысячей приготовила для нас модный прикид в серебре. На очереди Пол с $1. Который, по всей видимости, не помог ему с этим образом садовника. А какой сюрприз нам предоставит богач Энтони? Да уж, точно удивил. Увидите впечатлительных от экранов. Голосуйте за меня. Я уверен, зрители просто в восторге от моей золотой шляпки. Творить одежду так увлекательно. Стоять смирно. Оценивайте луки игроков. Перед вами наряд Энтони в деталях. Он стоил ему целого $1 000 000. Парень точно запомнится надолго. Переходим к образу Пола. Сегодня он пришел к нам не с пустыми глазами. Образ обладателя доллара сделан его же руками. Дашь попробовать? Третий наряд. Джейн решила потратить деньги на стильные аксессуары и сногсшибательную юбку. А теперь, внимание, баллы наших участников.
Тут все и началось. Хе-хе-хе, не могу больше сдерживаться. Вот эта судьба злодейка пошутила. Таких поворотов вы не видали. Не знаю, кто организатор этого шоу, но я до него доберусь. Вы со своими денежками разбудили во мне зверя. Даже не представляю, как такое могло случиться. У меня нет слов, одни только слезы. За что мне это, скажите? Честно говоря, происходящее меня застало врасплох. За всю историю нашей программы подобного никогда не случалось. Кстати, подписчики, если хотите увидеть вторую часть, обязательно пишите в комментариях. Через секунду табло покажет нам победителя шоу «Грязи и князи». Пожалуйста, я так старался. Удачи, улыбнись. Нет! Мир беспощаден. Ого! Да я в шоке.